Приветствую вас, любители математики! Сегодня я помогу вам разобраться с функциями 1 к 1 и на всего за 3 минуты. Да, вы не ослышались! Давайте начнем! Сначала поговорим о функциях 1 к 1, или, как их еще называют, инъективных функциях. Представьте, что вы на вечеринке, и у каждого гостя на голове уникальная шляпа. Нет двух людей с одинаковыми шляпами. Вот именно так и работает функция 1 к 1. Каждому входному значению соответствует одно единственное выходное. Например, если мы возьмем 2 и получим 4, то никакое другое число не даст нам снова 4. Каждое выходное значение соответствует одному и только одному входному. Довольно просто, правда? Давайте рассмотрим пример. Возьмем fx шарди 2x плюс 3. Если мы подставим 1, то получим 5. Если подставим 2, то получим 7. Заметили, что никакие два входных значения не дают одинаковый результат? Это и есть функция 1 к 1. Теперь давайте перейдем к функциям на, которые также известны как сюръективные функции. Представьте себе другую вечеринку, где цель – занять все места. Говоря математическим языком, каждое возможное выходное значение – или место, занято каким-то входным значением. Пустых мест не остается. Например, рассмотрим gx рак x2. Если наша область значений – неотрицательные числа, то, подставляя любые действительные числа, мы можем получить любое неотрицательное число. Это означает, что каждое место в области значений занято. Это и есть функция на. Однако, если бы наша область значений включала отрицательные числа, то gx, шашин x2 не была бы функцией на, потому что нельзя получить отрицательное число, возводя в квадрат действительное. Так когда же функция является одновременно и 1 к 1, и на? Такая функция называется биективной. Представьте вечеринку, где у каждого гостя уникальная шляпа, и все места заняты. Каждому входному значению соответствует одно единственное выходное, и каждое возможное выходное значение занято. Идеальный баланс. Например, функция hx шош x плюс 1 для всех действительных чисел является биективной. Каждое входное значение дает уникальный результат, и каждое действительное число может быть получено из какого-то входного. Это настоящий джекпот среди функций. Итак, дорогие любители математики, это был наш 3-минутный экспресс-курс по функциям 1 к 1 и на. Помните, 1 к 1 означает уникальный результат для каждого входного значения, а на, что каждое возможное выходное значение достигает. Объедините их, и вы получите биективную функцию. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые математические приключения. Увидимся в следующий раз!